Добро пожаловать на канал HireDresetInfo. Сейчас я покажу вам, как на устройстве iPhone 13 mini изменить дату и время. Итак, открываем приложение «Настройки», затем спускаемся вниз и выбираем «Основные», после чего выбираем «Дата и время», отключаем автоматическую дату и время, и после чего можем изменить дату на ту, которая нам нужна, выбираем месяц, год, затем день, затем время. И все. И как мы видим, время сразу же у нас вместе с датой меняется. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.